подъезд соседка поселилась. Женщина молодая. Как-то утром часиков в 12 слышу стук-стук-стук. Стукается за дверь. Ну, я думаю, что в глазок пялится, надо открывать. Человек полтора часа в дверь долбит. Открываю. Стоит эта соседка. Крупнее, чем в глазке. Вся такая... в пенюаре в женском. Я без пенюара. В строгой одежде. Белая майка, черные трусы. И носки в крупный горох, мелкую дырку. Она на меня смотрит и говорит: у меня утюг сломался. Вы не наладите? Здравствуйте. Я 3 года как с мужем развелась, а утюг у меня немецкий. Я говорю: наладим утюг. Что, дурнее немцев, что ли? Ну, взял инструменты. Стакан сам пошел, он всегда в инструментах. Пришел к ней, сел на диван, делаю утюг. Телевизор не смотрю, там футбола нет, одна эротика идет. Она на меня смотрит и говорит: какие, сосед, у вас руки сильные. Наверное, этими руками вы крепко женщин обнимаете. Я, кстати говоря, 5 лет как с мужем развелась. И тут у нее от пеньюара пуговица отлетает, и все ее груди зависают у меня над башкой, как 2 арбуза в сетке. Ну, я вскочил. Ну, мужик я или нет? Сорвал с него пеньюар. Нашел в инструментах иголку с ниткой. И пришил к ее пеньюару пуговицу от своих старых штанов. На пеньюар одела, говорит: спасибо вам, сосед большой. На следующий день, часиков в 9 ночи, сижу, играю в домино сам с собой, выигрываю. Слышу опять стул. Открываю. Стоит опять эта соседка в бальном платье. Загримирована вся, как клоун. А вместо воротника лисица мертвая висит. Она говорит: у меня в ванной смеситель сломался. Испанский. Вы не наладите? Пожалуйста, если можно. Я говорю: наладим смеситель. Что, мы дурнее испанцев, что ли? Она говорит: тогда я сейчас вам все приготовлю и вас позову. Минут через 10 зовет. Захожу я к ней в ванную. А эта соседка, знаете, ведет себя там как женщина совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки горят. Свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. 2-я серия. Она воды себе в ванную набуровила, лепестков каких-то цветов накидала и лежит лыбится. У нее смеситель сломан, она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская лыбилась, когда ей 2 солдата дали в помощники на все лето. Радовалась тогда, не знаю. Я соседке говорю: вы меня, конечно, извините, но у вас же при смыве вся канализация забьется. У вас же стояк многоколенчатый и наклон лежака на слабый уклон. Она говорит: ах, пусть все забьется. Я 7 лет как с мужем развелась. Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо. Я говорю: конечно, знаю. Она говорит: тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко, ей же валяться, мне же смеситель делать. Ну, сижу, делаю смеситель. Она ногу свою из ванной достала и мокрую на спину мне ее взгромоздила. Я думал, может, залез, достать что-то хочет сверху. Нет, лежит, лыбится. Ну, доделал я смеситель, она мне говорит: может быть, вы теперь, спаситель мой, спинку мне потрете? Я 9 лет как с мужем развелась. А мочалка у меня, кстати, итальянская. Я говорю: можно и потереть, что мы, дурнее итальянцев?
Ну, долго не тер. Она смочалкой что-то кряхтеть начала, стонать, глаза закатывать. Я говорю, все, хватит. Вылазь нафиг, расхряхтись. Доставай свои лепестки да лопухи отсюда. Она какая-то маленько, знаете, взрослая женщина ведет себя как ребенок. Протрите меня, говорит, полотенцем, а то у меня слабость. Здоровая лошадь сама себя вытереть не может. Ну, протер ее полотенцем. Вафельным. Да красна. А покатер она говорит, какие у вас руки красивые. Вот ты ее. Точно как ветеринарша. Была у нас такая. 16 раз замуж ходила. Мужики сбегали от него, как крысы с корабля. И я сбегал с ней, невозможно было ни покурить, ни книгу почитать. Чтоб кровать сочила. Ну, любила поспать, одна, видно, боялась. Ну, вернемся к соседке. Она мне говорит, может быть, вы по причине моей слабости меня на руках в спальню отнесете? Я говорю, чего? Она прет на руки внезапно и лежит, как рубероид. Затаилась все. Ну, видно, слабо ее протер. Выскользнула она у меня. Ну да, башкой о паркет, бас и спит. Я будил бесполезно, крепко спала. Сама потом проснулась, одела свой пеньюар, говорит, может быть, поужинаем вместе? Я 11 лет как с мужем развелась. У меня есть коньяк французский, выпейте? Я говорю, можно выпить, что мы дурнее французов? Ну, по одной буквально тяпнула, она подскочила, как блоха внезапно. Прыг на колени ко мне, морда наглая, сиди. Она вообще не тяжелая, не больше сотни. Но я же тоже не скамейка, правильно? Сидит, дышит на меня дыханием своим астматическим. И ногами шевелит. Ну, я на ее ноги смотрю. Ну, красивые, конечно, ноги брать не буду. Начало ног красивые. Ну, а шлепалки же у него где-то размер 43. Особенно левая. Может, больше, я ж без рулетки так, на глаз прикину. Тут она внезапно вскакивает, делает мне прием самбо. И падаем мы прямо к ней в кровать. Она говорит, ну теперь ты, догадливый мой, знаешь, что делать надо? Я 27 лет как с мужем развелась. Я говорю, конечно знаю, у вас же с кровати вон две пружины соскочили и висят. Сейчас сделаем. Она вскочила, вон отсюда, хам, не приходи больше. Да я и сам к ней не пойду. Опасная женщина. То на колени прыгать, то смеситель делать мешает. Да ну ее в баню вообще.